Красная шапочка, поедающая фастфуд. Сюрреалистическая картинка целится прямо в актуальные пороки – лень и чревоугодие. Современный человек в них почти утонул, говорит автор проекта. То есть вместо того, чтобы разобраться в себе, начать заниматься чем-то, придумать себе какое-то хобби, они пускаются в обжорство, если так можно сказать, и на самом деле эта проблема все равно не решит. Пухленькая героиня наедине со своей страстью – едой. Рядом, как мементо мори, символический волк. Ты должна смотреть на бутерброд как на величайшую часть твоей жизни. В серии «Красная шапочка» будет 10 снимков из едва ли не тысячи отснятых. В непрофессиональности автор просит не упрекать. Фотограф Юлия Каменская пока что начинающий, но социально направленная идея налицо. Путем сказок раскрыть проблемы, которые возникают у людей во взрослом возрасте, да, и с чем они сталкиваются в повседневной жизни. В коллекции Юлии уже имеется сказочный персонаж. Золушку автор направила по тернистому пути алкоголизма. Идею дописать сказки орловчанка позаимствовала у канадской фотохудожницы Дины Гольштейн. Этим летом та удивила мир снимками из будущего принцесс. Жестокость, в которой критики упрекнули первоисточник, Юлия сочла оправданной. И я буду рада, если он будет шокировать, потому что, наверное, это одна из наиболее сильных эмоций у человека. Значит, он зацепил. Цеплять фотограф намерен и дальше. За красной шапочкой последует еще 5 принцесс. Белль, которая слишком уж увлеклась украшением себя, уже готовится к съемке.